культурно-спортивном центре «Мечта» собралось несколько десятков юных вокалистов и танцоров. Они с волнением ждут своей очереди выхода на сцену. Эти дети – участники музыкального конкурса «Поющий форум», который проходит в разных городах Подмосковья. Популярные отечественные и зарубежные хиты зрители встречают на ура. Дали другой формат общения. То есть у нас принимают участие все. У нас нет конкурсного отбора. Хочешь принимать участие, приходи и участвуй. Итоговые мероприятия будут в Реутовском центре, ресурсном НКО, с 11 по 14 декабря. Здесь нет победителей и проигравших. Как считают организаторы, в творчестве не может быть первых или последних. Кстати, в «Поющем форуме» принимают участие и профессиональные певцы и исполнители. И ребенок, глядя на них и прикасаясь к микрофону, тоже чувствует себя настоящим артистом. Площадка для того, чтобы дети могли показать свои таланты, увидеть таланты других детей. И на самом деле, я думаю, что такие мероприятия, они как раз, ну, скажем, убирают какие-то границы, рамки, если они существуют, и способствуют как бы взаимопониманию и дружбе. Лере 11, она выпускница первого сезона «Поющего форума». Родители вспоминают, что дочка начала проявлять интерес к музыке чуть ли не с рождения. Сейчас она профессионально и увлеченно занимается вокалом, участвует в различных конкурсах и фестивалях. Совсем недавно девочка стала победительницей всероссийского проекта Игоря Крутого «Добрая волна». Я с педагогом занимаюсь 2 раза в неделю. Мы ходим в школу искусств Голицына «Созвездие». Наш педагог Анна Владимировна. Лера любит рисовать, заниматься оригами. А еще она мечтает стать кондитером и делать вкусные торты. 26 ноября вместе с семьей девочка поедет в Казань на гала-концерт победителей конкурса «Добрая волна», где поборется за свою очередную победу. Анна Макарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».